Моя цель жизни, она прожить жизнь полной любви, сердца, и при этом то тепло, которое открывается во мне, ведь оно тоже постепенно открывается все больше и больше, делиться с людьми. Я не могу без этого. Я, наверное, тоже в какой-то мере зависимый, потому что я понимаю, что тот свет, который открывается во мне, он будет жить вечно только тогда, когда он будет отражаться в сердцах других людей. И никак иначе. Мое тело бренное, я рано или поздно умру. Но если я зажгу все больше и больше сердец своего сердца, этот огонь будет гореть вечно.